Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть. Это распаковочка бумажных сюрпризиков, и к этому видео я сделала, новиночку. И она называется «Антистрессы Pop-It». Я думаю, что вы уже все знаете, что это такое. И такие тут пакетики, рюкзак. Кстати, по-моему, такого еще нет. Дальше чехольчик такой. Вот такой пакетик. Спанч Боб. Спиннер, Among Us, Pop-It, вот, Мини Маус, и такой единорожек. И также, ребятки, у нас уже 1500 подписчиков, спасибо вам большое, я благодарна каждому из вас. И в честь этого я запускаю конкурс. А условия конкурса и призы будут в конце видео, так что обязательно смотрите его до конца. Но мы начинаем выбирать пакетики. Итак, наша с вами коллекция маска, мы сегодня с вами возьмем пакетик с единорогом и откроем пакетик с ананасиком. Также вот, ребятки, такие три пакетика остаются, обязательно голосуйте, против кого вы. Итак, дальше коллекция на ачивки из пятерочки, давайте сегодня возьмем такой пакетик. Итак, денежные предметы, 4 пакетика. Давайте сегодня возьмем со скрепышами. Коллекция для подписчицы. Давайте возьмем такой пакетик, где написано «Бумажный рай». Наша с вами прошлая новиночка. Ночники. Давайте сегодня возьмем такой пакетик с кактусом. И сегодняшняя новиночка «Pop-It». Давайте возьмем, я даже не знаю, какой пакетик. Например, такой давайте возьмем. С чехольчиком на телефон. И столько у нас сегодня с вами пакетиков на распаковочку. Возвращаемся в наш мили с коллекционером. Итак, тут у нас с вами коллекция. Это денежные предметы. А, нет, это шоу-маска. Так, такой пакетик с единорогом и с ананасиком. Давайте вначале откроем ананаса, а потом я вам уже прочитаю вопросики. Итак, ребятки, долгожданный момент. Персонаж из видеоигры. И та-да-да-да-дам! И это же вот такой вот Супер Марио. Так, сейчас. Вот. Такой миленький. Напишите в комментариях, играли ли вы когда-нибудь в игру Марио. Я да. Так, он у нас с вами под номером 1. Я думаю, что его все знают. Так, давайте сейчас мы его с вами приклеим сюда. Кстати, ребятки, когда закончится эта коллекция, будет вторая часть. Такая коллекция. И вот еще. И давайте сейчас прочитаем вопросики. Так, тут у нас с вами одна бумажечка. Итак, любит кошек. Это первый вопрос. И второй вопрос. У нее коричневого цвета волосы. И третий вопрос. Она американская певица. Я думаю, ребятки, это будет легко, поэтому тут всего лишь два вопросика. Вот, а не три. Итак, мы его с вами откроем в следующем видео с распаковкой бумажных сюрпризиков. Откладываем. Итак, дальше у нас с вами коллекция. Это начивки. Из пятерочки. Открываем. И нам тут с вами попадается такая начивка. Сейчас давайте мы ее с вами приклеим. Так, и она у нас с вами вот тут. Давайте приклеим ее сюда. Такая коллекция. Так, дальше коллекция. Это денежки, денежные предметы. Тут у нас с вами скрепыши. Мылопыш. Тут написано. Так. Открываем, и нам тут с вами попадается 10, ребятки, долларов. Нам сегодня с вами повезло. И тут такой Pop-It, кстати. Да. В виде морковки. Так, давайте с вами приклеим на номер 6. Деньги, вот. Тут будет еще 10 долларов. Итак, дальше у нас с вами коллекция для подписчицы. И нам тут с вами попадается буковка А, а это обозначает, что это аватарочка. Сейчас я вам ее покажу.
вот такая аватарочка. Кстати, ребятки, тут кнопочка подписаться. Я ее приклеила немного, мне кажется, не туда. Так что давайте ее сейчас отклею и потом... Хотя давайте ее сейчас сюда приклею, потом за кадром. И просто посмотрите, какая же она у меня получилась огромная, потому что мелко это было бы нарисовать очень сложно, вот эти вот все лица и все такое. Надеюсь, то, что каналу Бумажный Рай моя аватарочка понравится. Также напиши об этом, пожалуйста, в комментариях. Такой был ASMR прикольный. И приклеиваем. Мне эта аватарочка безумно нравится. Итак, наша с вами прошлая новиночка. Это ночники. Такой пакетик. Упс. И нам тут с вами попадается, ребятки, такое мороженка. Сейчас давайте мы его с вами приклеим. Под номером 6. Так, надо чуть-чуть ниже. Так, так, так. Вот так. Такая коллекция. Вот еще будут большие ночники, вот тут. И наша с вами новиночка попы. Так вот, тут яркий лист коллекционера. Тут есть также еще вторая страничка, потому что на одной просто все не поместится. Так, давайте сейчас откроем этот пакетик. И нам тут с вами попадается такой поп и розового цвета. И сейчас давайте мы его с вами приклеим. Самый простой попыт, но также тут будут еще прикольные. Может быть, даже будет спиннер попыт. Кстати, ребятки, я еще придумала целых два способа, как сделать попыт, так что обязательно ждите это видео. Также на моем еще канале есть, как сделать спиннер попыт и другие. Итак, я даже не знаю, куда приклеить. На название не хочется. Давайте приклеим вот сюда, например. 1, 2, 3, 4 попы, думаю, поместятся. Такая коллекция. Ну а сейчас, ребятки, я вам расскажу об условиях конкурса. Первое, что вам нужно сделать, это быть подписанным на мой канал, поставить лайк под это видео, а также написать в комментариях слово «участвую». Второе, ребятки, условие, вам нужно сделать для меня коллекцию, либо же пиар и все такое. Но первое место займет тот человек, кто сделает для меня коллекцию, либо же нарисует для меня аватарочку, скрепыша, попыт, кстати, можно. В общем-то, ребятки, обязательно придумывайте и также еще пишите по третьим условиям, что, точнее, под вторым условием, что вы выбрали. Например, скрепыш, там, аватарка, либо же коллекция, либо пиар. Вот, ребятки, все такие простые условия. Сейчас я вам расскажу призы. Первое место это будет пиар, 35 лайков, комментарий под ваше видео, сигна, приветик, а также еще комментарий под вашим видео. По-моему, я это уже сказала. Ладно, второе место. А, еще также в первом месте будет аватарочка. Второе место это пиар, сигна, подписка, 25 лайков, комментарий под видео. Вот. И также еще приветик. Третье место это будет сигна. Дальше 15 лайков, комментарий. И думаю, все. Ну, приветик, конечно же. И четвертое место это будет приветик и сигна. Пятое место будет тоже приветик и сигна. И также еще на четвертом месте, думаю, будет 5 лайков. Я, ребятки, потом еще попозже напишу в комментариях и в описании все условия, если же вам что-то непонятно, то обязательно, ребятки, пишите, я вам обязательно отвечу. Этот конкурс продлится до конца следующей недели. Сейчас я вам скажу, когда будут итоги конкурса. Так, ребятки, итоги конкурса будут 25 апреля. Верное воскресенье, кстати. Вот, ну а мое видео подошло к концу, надеюсь, оно вам понравилось. С вами была я, Арина, всем пока-пока, до следующих видео. Бай-бай, я вас люблю, вы мои самые лучшие. Еще раз спасибо вам большое, пока-пока.